Итак, последнее на сегодня видео, на сегодняшнем реакционном стриме. Backrooms, 4 уровень от Растера. Погнали. У него такие неплохие закулисные фильмы. Варнинг. О-о-о! Если здесь продолжается вот эта вот корпорационная мысль, которая была у Кейна Пикселя, то это вообще заебись. То есть, я сейчас объясню, что, о чем я говорю. У Кейна кулисье, так сказать, исследовала компания Async или Async. И у них был, судя по презентации, план использовать закулисье для как склад, для хранения всяких вещей, как... Что ты там? Не жри мне, пожалуйста, монитор. Как жилое помещение, то есть там сделать квартиры или дома, не знаю, провести туда свет, воду, газ, ну что там их, естественно, нету. Хотя там есть свет, конечно, но как запитаться от него? Это вопрос, конечно, большой. Можно ли от него еще запитаться от этих ламп? Там есть ли вообще проводка? Это все аномальное. Закулисье это все аномальная структура, в общем-то. Вот, и здесь у нас исследователи есть. Также. Какая-то тревога случилась. Каушон. Ебать. Да. Чувак упал в воду. А ручки нету. Изнутри, да? Да, как ты неосторожен, исследователь был, мягко говоря. Хоть лестница есть. А она еще вниз уходит. Точно вниз не нужно нам, да? Органная музыка. Я бы не стал трогать. Неизвестно, что это может запустить. Что может случиться, если музыка перестанет играть? Ой, блядь, еще воды. Воды, точнее, да? Ой, нахуй.
Ох, блядь. Да. Вали, 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 вали. Как удачно шарики оказались. Просто не надо было трогать, возможно, ту запись, и эта бы хуйня не появилась. Компьютеры работают? Можно попробовать их включить? Было бы интересно. Конечно. Выход, ведущий в никуда, как обычно. На другой уровень. Или к монстру. Прямо пасть нахуй. Ну да, в никуда, в принципе. Тоже там уровень. Опа. Телефон. А. Блять. Вали. А выхода нет, да? Двери нет? Или есть? Пиздец. Где она? Не вижу нихуя. Беги, родной, беги. Блять, это телевизор! Ну, это было сильно, да. Он в огонь попал? Блять, там огонь? Ебать. Пиздец, конечно, да. Exiting backrooms, barber tapes, horror film, да. Да. Что же детская херня эти закулисья? Чувак, вот ты же исследователь. Как ты вот открыл дверь и зашел туда, и, блядь, дверь не открывается. Ну, молодец. Ловушку, блядь, попал. Все. Зачем-то. Ой, господи.
И все. Еще в конце пришлось выпрыгнуть в окно и самоубиться. То есть там внизу, оказывается, огонь был. Или что-то горело. То есть непонятно, то ли там магма, лава, то ли просто какой-то пожар неебический в конце. Вот. Что-то горит там. Непонятно что. Ой. Еще одна жертва за кулисье. Да. У меня есть Boosty. Я веду реакционные стримы на Твиче, Good Game, ВК Плее. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Всем пока.